Друзья, мы на празднике весны в нашем городе. О, какой симпатичный Опель. Красавчики стоят, конечно. Обалдеть. Вот тоже симпатяга. О, какие. Фу-фу-фу. Праздник весны, и у нас выходные эти. Вернее, ну как, вот сегодня воскресенье, магазины должны быть закрыты, но они сегодня работают. Потому что в такие праздники разрешено торговать. Да, смешной какой стоит. Старичок. О, пинг-понг. С роботом играю. Да, можно в нее сыграть с роботом. We sit here. Ja, das ist mein Mädchen. Oder meine jüngere Schwester. Schön wär's. Karen, schön, dass du dabei bist. Ein Outfit auch von Mosmosh. Eine, jeder von euch, Mädels, braucht eine White Leg diesen Sommer. Mit Flipflops, mit ganz sportlichen Sneakern kombiniert, ist das wirklich ein modisches Highlight. Cool, die Flipflops mit Glitzersteinchen. Wir sind ja Tussi, ne, Karen? Applaus für euch! So, Jungs, gebt Gas! Gebt Gas! Вот такой праздник, друзья. Небольшой праздничек. Блин с сахаром и корицей. Да, друзья, конечно.
Народу многовато, везде хорошо, все гуляют, радуются. Колбаски какие шикарные. Тут целая мафия игровых автоматов, друзья. Так всегда у нас такие праздники с аттракционами, со всякими вкусняшками, с орешками. Детям-то, конечно, радость такое, когда начинается, случается. Да и взрослым интересно. Смотрите, как он на скамейке телепаются. Там, хотя, конечно, взрослые дети такие, взрослые дети, скажем так, подростки. Играть здорово. Здесь туалеты. Так, Санти где-то сзади остался. Похоже, что он здесь. А? Меню on that. Sorry? Меню on that. Yeah, yeah. It's, I think it's too powerful. Too powerful. Too powerful, yeah. What? Only a little seat for you. А, тут большой кокос. This is big one. No, it's not big bite, but it's beautiful. Beautiful, yeah. Yeah, I used to have one, similar. I think this. Okay. Никогда не знала, что у мотоциклов переднее колесо меньше заднего. Ну вот. Классный, конечно, мотик. Price is what you like more. What is the price? More expensive. It's my price is 450. I think it is more than 450. Look. Yeah. The maximum speed on here is 160. So yeah. It will probably only do 120. Okay. Flat out. So that's good. That means it's got a big engine. Да, хорошенький такой мопедик, скутер. Насмотрелись на красивые мотобайки, друзья, мы и теперь, наверное, пойдем в обратный путь уже. Надо дома кое-какие дела поделать, не все развлекаться-то. Какой зеленый.
Зелененький он был. Санди меня потеряла, я к нему сзади пристроилась и хожу кругами. Ой, какие колбаски вкусные. Хожу кругами, он меня не видит. Да? Ой, черт. В Германии очень часто проводятся подобные городские мероприятия, что не может не радовать. На самом деле здорово вот так. Игрушечки вязаные. Прогуляться в выходной. Особо не задумываясь, чем бы заняться. Сумка симпатичная. А, здесь ремонт сумок еще производится. Для детей как сказать, демонстрация, как работают. Ну и все, друзья. Нагулялись, пора и чай сдать. Дома дел не в проворот. Ну, я шучу, конечно. Но надо кое-что поделать. Надо сварить борщ, чтобы на следующую неделю брать с собой. Санди хочет борщ. Do you want борщ? Yeah, my lovely? Yeah. Yeah. Санди want. Санди любит борщ. В общем, друзья, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, да, не забывайте в комментариях задавать вопросы, оставлять свои рецензии. Ну и до встречи в следующем видео. Пока-пока! Пока-пока! Ой, друзья, мы не удержались зайти в наш парк, попроведать утяток, посмотреть, как люди отдыхают. Вон собачка такая умница, бегает с мячиком, веселая. Детишки качаются на качельках. Вон сирень расцвела, какая красавица. Сейчас посмотрим с вами. Вообще... My lovely, we go to look these beautiful flowers. О, каштан, о котором я вам позавчера говорила. Какие большущие каштанины цветы. Ух! Дорогие. Хунчин. Hey, good. Hey, lovely, lovely to play. О, какая красота. Сирень. Сиреневая сирень. Ароматная, конечно. Ой, ароматная, да. Так, где у нас Санди, друзья? Кто видит Санди? Санди! Ты где? Санди? Где же? Так, я подозреваю, что Санди где-то должен смотреть за утятками. Но я не вижу, где. Так, он, наверное, прячется от меня, как я от него пряталась. Где он прячется, хитрец? Не вижу.
Не вижу. Давай. Слава богу, Санди нашелся. Вон он идет там. Идет. Наверное, уже на детишек насмотрелся, пока я сирень фотографировала. Такие каштаны. Большущие цветы. My lovely aunt. There you go. Oh, oh. I think they've gone away for a holiday. Понятно. Нету, короче, опять утяточек. Куда они деваются? Где-то у них, видимо, есть. Потому что там есть такая под мостом лазеечка. Может, они туда и уходят. Прячутся, когда им надо. В общем, ладно. Их дело, конечно же. Нас они точно спрашивать не будут, куда им идти, куда не идти.